Сегодня у нас первая игра сезона. Хорошо начать сезон, это очень важно. Команда начинает с самых низов и посмотрим, до каких высот она сможет дойти. Ну и сможет ли вообще. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Агуэро. Санчес. Пересек мяч боковую линию. Рейна Паэс. Отлично сыграно, надо решать. Подача в штрафную. Вратарь решил отбить мяч. Есть пространство, есть варианты для развития контратаки. Защита справляется. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Буатен. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Опасно! Раньше это называлось корнер, но теперь мы говорим угловой. Мяч летит в центр штрафной. Душ Сантуш Авейру. Гутьеррес. Может получиться интересная атака. Момент для удара. Штанга. Мяч отскакивает в поле. До конца он играл в этом эпизоде и спас свою команду. Агуэр. Судья ставит штрафной, но карточку, видимо, где-то выронил по дороге. Агуэро. Навес в центр штрафной. До нападающих мяч не дошел. Выносит его сразу же из штрафной. Такими действиями игру не обострить. Буатен. Это может быть опасно. Не дают передачу принять вблизи ворот и приходится отходить поглубже. Душ Сантуш Авейру. Гутьеррес. Посмотрим за этой атакой. Попытка с дистанции неудачна. Очень уж далеко было до ворот. Агуэро. Потеря. Гутьеррес. Итак, у нас аут. Просто подарил он мяч сопернику. Наверняка получит нагоняй от тренера за это. Точно сопернику в ноги. Неудачно. Это может быть опасная атака. Буатен. Мяч ушел в аут. Дорожить нужно мячом, а не дарить его сопернику. Рейна Паэс. Арбитр назначает штрафную.
Санчес. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Азар. Буатен. Пока неплохо. Пас за пасом следует. Много передач и владения мячом. Они показывают, что умеют с ним обращаться. И туда, на дальнюю. И мяч у вратаря. Без труда он его забирает. Не очень аккуратно сыграл в отборе сейчас футболист, но можно играть, показывает арбитр. Судья позволяет продолжить атаку. Удар заблокирован, счет прежний. На некоторое время обезопасил он свои ворота. Рейна Паэс. Есть свободная зона перед игроком на фланге. Здесь защита справляется, мяч отобран. Мяч остался у них, так что свисток молчит. Перехват в центральной зоне. Заброс вперед. Гутьеррес. Мертенс. Тут защита справляется, потеря мяча. Хороший пас на ход. Тут может что-то получиться. Снимает голкипер мяч с ноги игрока практически. Просто красавец. Просто красавец. Тут добавить больше нечего. 3 минуты добавлено к основному времени. Разгадали замысел соперника. Они и завладели мячом. Свисток штрафной. Стали тратить время игроки на подготовку штрафного, быстро ввели мяч в игру. Мяч в штрафной, не может его вынести защита. Итак, первое. Перерыв закончен. Команды на поле. Арбитр дал сигнал начинать. И у нас второй тайм. Поехали! Посмотрим за этой атакой. Азар. И на дальнюю летит мяч. Это по воробьям куда-то. Да, не удалось ему пробить прицельно. Мяч от головы просто отскочил куда-то непонятно. Как же здорово он играет в пас. Перехвалил я его, похоже. Теряет он мяч в результате неточной передачи. Все верно. Пора сместить акцент атаки. Навес в штрафную. И выносится мяч из штрафной. Аут. Санчес. Грамотный пас. Все по делу. Мертенс. Справляет. Вот это удар!
Открыть счет в этом матче, и сейчас игра пойдет поживее. Интересно, как изменится игра после этого гола. И вряд ли он станет последним в этой встрече. Отличная атака, отличный гол. Ну, ребята, ну как же так? Надо же страховать своего вратаря. 1-0. Сейчас будет веселее. Санчес. Пол команды обыграл. Ничего себе. Есть игрок впереди. Пройдет передача. С этого углового можно укрепить преимущество. Хозяева очень неторопливо разыгрывают мяч, что вызывает недовольство фанатов. И мяч у вратаря. Без труда он его забирает. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Это может быть опасная атака. Хорошо увидел партнера впереди. Гол! Сравняли они счет. Отлично разыграли момент и смогли сравнять счет. Молодцы! Легко и непринужденно. Игроки как будто не встречают сопротивления со стороны соперника. Защитники просто не успевают закрывать свои позиции. Снова равенство на табло 1-1. Тут может что-то получиться. Потеря. Может получиться интересная атака. А вот это может быть опасно. Ух, какой отбор. Мертенс. Гутьеррес. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. И подача туда, в сторону ворот. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Видит игрока впереди и отдает пас на ход. Удар по воротам. Удар, сейв, неудачно отбивает он мяч. Один удар за другим, все отражает этот голкипер. Игра головой позволяет им сохранить мяч. Он накручивает соперников одного за другим. Душ Сантуш Авейру. Посмотрим за этой атакой. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Агуэро. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Тут силовая борьба. Агуэро. Грубоватый, по-моему, отбор был сейчас, но свисток арбитра молчит. Можно продолжать игру. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Защита в последнюю секунду спасает ситуацию. Впереди еще 10 минут. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. И мяч у вратаря. Без труда он его забирает. Увидел открывание впереди. Делает передачу. Пас на ход партнеру. Игра на 3 исхода, я бы сказал. Не удивлюсь любому результату. Ну где же навес? В этой атаке оборону пройти не удалось. Санчес. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Нужно выходить вперед. Бей! Удар! Вратарь на высоте!
Основное время этого матча заканчивается через 4 минуты. Хорошая игра на переход. Момент! Забивай! Вратарь намертво забирает мяч. Агуэро. 2 минуты и прозвучит свисток арбитра. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Пас на ход, может быть интересно. И пробил. Невероятно, какая развязка сумасшедшего матча. А развязка ли, Георгий? Время еще есть, и думаю, самое интересное нас ждет впереди. Ну что, похоже, в этой игре все-таки будет победитель. На то, чтобы отыграться, у команды просто не остается времени. Пусть и банально, но везет тому, кто везет. Никто не хотел проигрывать, но желание выиграть все-таки у одной команды оказалось...